Николай кому-то собрался давать доллар, только не знает кому. Доллар, бакшиш. Ну, окей, да. Что был, да? Сообщаем вам, уважаемые телезрители, что мы находимся в аэропорту города Хургады.
Сань. Сань. Сокол. Так удобнее плавать. Living what you're preaching and
очень-то и дойдет. Мы в засаде годами ждали, невзирая на снег и дождь. Мы в воде ледяной не плачем, и в огне почти не горим. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Говорят, что за эти годы синей птицы пропала след, что в аналах родной природы этой твари в помине нет. Говорят, что в дальние страны подалась она навсегда. Только я заявляю прямо, это полная ерунда. Только мы заявляем прямо, это полная ерунда. Синей птицы не стало меньше, просто в свете последних дней. Слишком много мужчин и женщин стали с дуру гонять за ней. И пришлось ей стать осторожной, чтоб свободу свою спасти. И вот теперь почти невозможно повстречать ее на пути. И вот теперь почти невозможно повстречать ее на пути. Стала пуганой птица удача и не верит людским рукам. Да и как же ей быть иначе, браконьеры и тут и там. Подкрадешься, она обманет, и вот уже навсегда ушла. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла.